Вот продолжается наша экскурсия по прудам. Приехали от первого на шлюз, а сейчас на второй мостик. Вторая дамба. Подъезжает уже. Ну, камыш шумит. Красота какая. Целое озеро, да? Вообще, ширина такая. Синяя, но как на море. Не знаю, может хватит, а может не хватит этого кустарника, навряд ли. А если вот эти выживут, то их можно отсюда будет брать. Плавать. Ну, корешки-то. Колышки. Чтобы сажать вдоль трассы. И там, и есть уровень, вот там. Ну а тут и рядом и земля, и привезти надо будет сено, хоть полтюка. А здесь можно придержать ее, пока она прорвет там. А если не поднимать все, так а зачем такая она высота? Вон она куда пошла. И тот ложок, когда мы раньше рыбачили, никогда не был залитой водой, никогда. Летом, когда мы рыбачили, мы в него входили, он кончался, и мы прямо вытаскивали. А вот заходили, он, ну, немножко там, метров 50, все. А нынче-то он насколько выше поднялся. 2,76 был, вот плыли здесь, и рукой пытались, и не достали дна. Если еще поднимется на 70 сантиметров, рыба будет живая. Надо карася больше разводить, а не карпа. Он зарывается в землю. А этому надо проточное, он не выдерживает зиму, он задыхается. Сколько он тут будет. Раньше-то были здесь траншейки, вот такие вот. Он на той стороне, видать, вон, посмотри. Это раньше откуда брали земли-то? Бульдозера, ну маленькие бульдозера. А теперь он эти, между ними-то вот эти, которые перемычки, то он их все стер. Сделал ровные. Трава быстро нарастает. Вот тут осолодка была все здесь, которую мы набрали. Так, мы показать его поедем? Нет. Ну давайте там он где-то на плотине поможет молиться. Нет, прорыв был. 2 года на одном месте. Мы в прошлом году без сквай делали. Машины это возили. Вон утки взлетают. Утки вон там плещутся, полетели. Сезон, говорят, скоро открывается на уток. Вот это вот
это буревка, зеленая трава. Она выше дороги, которая была. Вот насколько здесь поднято. Уровень воды, ну вон он делает. Который там на шлюзе, и здесь это один и тот же уровень. Во-первых, вот мы не знали, какой уровень, что. Я потом попросил его углубить даже. Ну а потом уже Володя сделали там небольшую пломбу. Вот здесь точно та же. Посмотри, сколько здесь работы было. Вот все эти сваи тут забивали, они просмоленные. Вот и на той стороне он видать. Вон он какой. Сколько? Вон такой. Вон такой. Что тут не подняться в воде? Там-то намного ниже. Вон такая глубина. Мы тут прошли с замером полностью всю дамбу. Нашли самое низкое и запас еще 75 сантиметров, до которого. Но если она начнет подниматься, то это мы не можем сказать как. Так а чем? Она была тебя долита, а вы чем проверяли-то? Головой Романа. Он шел там, а я с этой стороны. Меня за руку держали, я наклонился и глядел. А Романовой головой и бородой. То бороду видать, то никак не видать. Борода хорошая у него. Вот сколько земли было. Очень много. Ну и что судить. Если на том уровне остановиться, мы тогда вообще на одном уровне стоим. Я посчитал, дерзнуть можно. Все вымерили, посмотрели. Вот вода если поднимется, вот представь себе, она поднимется ниже вот этой вот, вон где полынь растет. Вот до него, до лебеды до этой. Там 70 сантиметров подъем выше воды. А тут еще больше метра, ну а там пониже. Там 75 запас остается. 75 это много. То, что не посадили, не успели закрепить. Благослови, Господи, сохрани наш труд. И дай нам рыбу. Господи, сохрани эти закрепы все наши. Слава тебе, Господи, слава тебе. Аллилуйя. Мы, наверное, маленькие сваи вот сюда забросим где-то. Там ли положим на бугре. Ну видно, что озеро шире намного стало, куда ушло. Ну, да. Вот этот островок, это все под водой будет весной. Вот в прошлом году, когда они начинали, это на сухостое стояло, сухое. Здесь как-то одного года здесь стойло было у нас. А? На этом месте как-то стойло было даже, на этом островке. Вот это я не знаю. Вот. Но тебя уже не было. Вон куда идет. Это все потоп шел, смывал. Ноев потоп. Видишь как? Да будет благословенно это озеро, этот пруд. Уже видели, что тут коршинские вещи рыбачили. Я не видел, говорят. Я скоро приеду уток стрелять. А вот через два дня буду стрелять. Вот все. И это несправедливо. Ни грачей не стреляет, ни сорок, ни ворон. Одна утка. Притом ей прятаться негде, только вода нужна. А грач везде летает, бей его, не бьют. А мясо такое же самое. Он ест одних червяков. Это коршун, падаль всякую глотает. Видишь как? И вон где крещение у нас было, вон оно, ложбинка-то. А там спускаться некуда сейчас. Прям сразу начинается озеро. Мы там купались нынче. Смотри, какая красота. Все, Володенька, обгоняй всех. Угу. Слава Христу. Смотри, какая крутизна, сколько шло. Вот эта, которая травинка растет, она росла на вот этот низ. Какой высоты было?
Вот сейчас лицо увидишь, насколько добавлено.